Елочки, снежинки, снеговики – все это не игрушки, а настоящие новогодние сладости, которые символизируют приближение самого яркого праздника. До Нового года остались считанные дни, поэтому нужно скорее успеть сделать приятные сюрпризы своим родным и близким. Новогодние сладкие пряники – отличный и оригинальный подарок, которые легко можно приготовить в домашних условиях. Сегодня я предлагаю приготовить своими руками подарок. Это очень необычный подарок. Это медово-пряничное тесто. Из него мы будем делать и разукрашивать печенье в виде пряника. Будем делать снежинки, елочки и сани. Для того, чтобы приготовить тесто, нам понадобится мед, сахар и маргарин. Итак, все ингредиенты должны быть по 200 граммов, не больше и не меньше. Их добавляем в подготовленную посуду. После этого массу отправляем на огонь. Так как мы готовим заварное тесто, необходимо смесь разогреть до такой температуры, чтобы сахар весь растопился. Этот процесс займет не больше 10 минут. Масса готова. Это основная заварная масса. Теперь нам осталось добавить ингредиенты, такие как сода, мука и специи. Различные специи можно поставить по вкусу, это зависит от вкусовых предпочтений. Я люблю ставить очень много какао, потому что люблю шоколад. Кстати, специалист рекомендует добавлять алкализированный какао-порошок, так как он придает вкус настоящего шоколада. Еще можно добавить ликер со вкусом цитрусовых и тем самым придать неповторимый аромат. Тесто замешиваем и отправляем в холодильник на 2 дня, чтобы оно отдохнуло. Сейчас мы застелим лист пекарской бумагой, чтобы наши пряники не пристали ни к чему. Дальше мы поставим наши пряники на бумагу и поставим в духовку. Выпекать мы будем приблизительно 13-15 минут, потому что у нас здесь есть и маленькие изделия, и побольше. Температура духовки должна быть 160-180 градусов. Но надо обратить внимание, что если духовка электрическая, температура должна быть чуть ниже, чем у газовых. Дело осталось за малым – украсить готовые десерты. Айсинг или белковая масса для рисования может быть белой или цветной. А для ее приготовления понадобится всего 3 ингредиента – яичный белок, сахарная пудра и краситель. Незамысловатые новогодние рисунки создаются легко и непринужденно. У нас получилась вот такая снежинка. Мы используем обычную белковую глазурь. Белый цвет – это глазурь без красителя. Желтый цвет – это красители специальные, пищевые, американские, Америколор. Они дают очень красивый яркий цвет, они полностью безопасны. Можно давать их детям, на них не бывает никакой аллергической реакции. Очень удобны в использовании. И благодаря им можно делать вот такую разную красоту. Сладкие сувениры будут долго радовать вас, так как хранятся они около полугода. Выпечка, сделанная своими руками, станет для близких и родных не только приятным, но и вкусным подарком на Новый год.